тема урока «Оборот to be going to» для выражения будущего времени. Будущее время – это действия и события, которые произойдут завтра, на следующей неделе, вскоре, в следующем году и так далее. Будущее время в английском языке выражается разными группами времен и другими способами. Одним из вариантов выражения будущего времени является оборот «to be going to do something». На русский язык он переводится как «собираться что-либо сделать». Он не просто помогает нам в речи обозначить будущее действие. Оборот «to be going to» означает, что мы намерены совершить действие и уверены в том, что мы это сделаем. For example, I'm going to travel abroad next year. В следующем году я собираюсь путешествовать за рубежом. При этом намерение – это не мысль или идея, которая внезапно пришла в голову. Некоторое время мы обдумывали это действие и хотя бы мысленно готовились его совершить. I'm going to tell him what I think of him. Я собираюсь сказать ему, что я о нем думаю. Будущее, в котором произойдет действие, может быть достаточно близким. I'm going to see him tomorrow. Я собираюсь увидеться с ним завтра. Но иногда мы планируем что-то совершить в более отдаленном будущем. He is going to be a sportsman. Он собирается стать спортсменом. То есть он тренируется для этого, участвует в соревнованиях, смотрит спортивные передачи и так далее. Но обратите внимание, никакие особые детали при этом не упоминаются. Это просто запланированное действие, в котором мы достаточно уверены. I'm going to learn Spanish next year. В следующем году я собираюсь изучать испанский. Иногда оборот to be going to употребляется для выражения сильной уверенности в том, что действие произойдет в будущем. He is going to be a good doctor. Из него получится хороший врач. Также оборот to be going to употребляется для выражения неизбежности действия в будущем. В таких случаях подлежащее часто бывает неодушевленным. Look at the clouds in the sky. It's going to rain. Посмотри на облака в небе. Будет дождь. Обратите внимание, что в переводе на русский язык глагол стоит в будущем времени. Это очевидно. Сейчас что-то произойдет. Look out! The books are going to fall. Осторожно! Книги сейчас упадут. Оборот to be going to сочетается со всеми глаголами, кроме глаголов to come, to go и некоторых других глаголов движения. В таких случаях просто употребляется форма present continuous. Where are you going tomorrow? We are going to the cinema. Куда вы собираетесь завтра? Завтра мы собираемся в кино. Now, look at these sentences and repeat after me. They are going to play tennis. Они собираются играть в теннис. I'm going to be back on Friday. Я собираюсь вернуться в пятницу. Are you really going to have a party? Вы правда собираетесь провести вечеринку? I'm going to travel all over Europe. Я собираюсь путешествовать по Европе. I'm going swimming next Saturday. Would you like to come? Я собираюсь поплавать в следующую субботу. Ты хочешь пойти? When I'm older, I'm going to learn to drive. Когда я стану старше, я собираюсь научиться водить машину. Don't pull the cat's tail. It's going to scratch you. Не тяни кошку за хвост. Она тебя оцарапает. Look out! You're going to fall. Осторожно, ты упадешь. We are going to the doctors, so we can't come. Мы собираемся к врачу, поэтому мы не можем прийти. It's going to be a sunny day tomorrow. Завтра будет солнечный день. Mary is going to buy a dog. Really? What is she going to call it? Мэри собирается купить собаку.
правда? Как она ее назовет? I'm not going to Spain next week. Я не собираюсь в Испанию на следующей неделе. Как вы уже заметили, этот оборот состоит из глагола to go в форме present continuous. Инфинитива, то есть неопределенная форма глагола с частицей to. Read and remember. Прочитайте и запомните. To be going to do something. Собираться что-либо сделать. В утвердительных предложениях употребляются следующие полные и сокращенные формы. Единственное число. I am going to do something. I'm going to do something. You are going to do something. You're going to do something. He is going to do something. He's going to do something. She is going to do something. She's going to do something. It is going to do something. It's going to do something. Множественное число. We are going to do something. We are going to do something. You are going to do something. You're going to do something. They are going to do something. They're going to do something. В вопросительных предложениях употребляются следующие формы. Единственное число. Am I going to do something? Are you going to do something? Is he going to do something? Is she going to do something? Is it going to do something? Множественное число. Are we going to do something? Are you going to do something? Are they going to do something? Отрицательная форма выглядит так. Единственное число. I'm not going to do something. I'm not going to do something. You are not going to do something. You aren't going to do something. He is not going to do something. He isn't going to do something. She is not going to do something. She isn't going to do something. It is not going to do something. It isn't going to do something. Множественное число. We are not going to do something. We aren't going to do something. You are not going to do something. You aren't going to do something. They are not going to do something. They aren't going to do something. Оборот to be going to do something, собираться что-либо сделать, может употребляться со следующими обстоятельствами времени. Tonight, this evening, сегодня вечером. Tomorrow, завтра. Tomorrow morning, завтра утром. The day after tomorrow, послезавтра. In 2-3-4 days, через 2-3-4 дня. In a week, in a month, in a year, через неделю, через месяц, через год. Next week, next month, next year. На следующей неделе, в следующем месяце, в следующем году. Итак, подведем итоги. We'll be right back.